Бунтарь и легенда бренда. Он гуру и гроза всей Мэдисон-авеню. Мой партнер и любимый друг Говард Инлетт. Смерть. С этого и начнем. Может быть, он рано вернулся? Ты издеваешься? Он полгода бродит как зомби. Мы не можем терпеть это вечно. Но клиентская база держится на связях Говарда. Половина доходов держится на связях Говарда. Детство напоминает, правда? Клэр, идем. Что ты сделал? Нанял кое-кого. Ты нанял кое-кого? Да. И зачем ты нанял мормонскую бабушку? Мы должны доказать, что с Говардом не все в порядке. Каким образом? Я отстегнула $800 за этот дубликат. И чтобы вы знали, это противозаконно. Буквально ворвался сюда, и я услышал концовку, и, честно говоря, это было прекрасно. Мужчина потерял дочь. Да, и поэтому он взывает к космосу в поисках ответов. Что же, тогда мы будем этим космосом. Ты назвал меня бумажным тигром. В письме, что написал мне, назвал меня жалкой. Я написал письмо смерти. Будем знакомы. Да, я сама отказалась от сделки. Это моя воля. Я не хочу слышать. Не хочу это слышать. Я же не вмешиваюсь в твою работу. И ты, пожалуйста, не указывай, как мне делать мою. Он поверил мне, говорю тебе, он поверил мне. Почему вы сегодня решили зайти? Да, я вас видела в окно. Я Мэдалин. Приятно познакомиться. Мою дочь звали Оливия. Она умерла от редкой формы рака мозга. Эй, парень, извини, не трогай это. Я думаю, ты ошибся дверью. Нет, я не ошибся, Говард. Время. Говорят, ты лечишь все раны. Но молчат о том, как ты разрушаешь все хорошее. Никто не понимает время. Эйнштейн был близок к истине, назвав меня иллюзией. Спроси ее. Давай, спроси, видит ли она меня.